хотелось бы отчитаться по результатам экспедиции. У нас впервые была настолько расширенная вахта, да, что такое большое количество ребят поехало. Это было тяжело, да, таким коллективом работать, но тем не менее мы справились. Справились очень хорошо. Больше всего самые приятные впечатления от этой вахты на меня произвел коллектив. Настолько сплоченный отряд, настолько крепкое ядро, такие крепкие звенья отделений, командиры отделений. Таким отрядом надо работать. Это очень хорошо. Спасибо вам, ребят, большое за то, что вы поддерживали. Без вас бы я бы не справился. Мы с вами отряд. По результатам экспедиции могу доложить, что работали мы, ну, на достаточно дальних дистанциях, потому что вблизи уже раскопы выработаны. Приходилось ходить по 12 километров в одну сторону, 12 километров обратно каждый день. Там еще нужно каждому перекидать пару кубов земли, то есть работа шла. Работа была очень насыщенная, всегда было куда ходить. Приходилось работать каждый день двумя группами. Работали выездные группы, группы на город, группы на дальние районы, которые находились в 15, в 17 километрах. По результатам экспедиции было поднято 5 бойцов. Увы, не удалось найти подписных предметов или медальонов, но 5 бойцов, а это целое отделение, все-таки вернулись из небытия. В конце всей работы удалось общими усилиями за весь год, что все отряды наработали, захоронить 322 бойца 13 августа в городе Белом на Петропавловском кладбище. Все, кто эти годы нас поддерживали в городе Белый и, так сказать, закрепляли побратимские отношения, со всеми удалось увидеться, все работают с нами точно в том же самом ключе, и даже слово «работают» здесь не подходит, можно сказать, живут, помогают и все время с нами общаются и всячески помогают нам.